Во дворце спорта «Триумф» прошел Кубок городского округа Люберцы по самбо. В соревнованиях приняли участие более сотни юношей от 10 до 13 лет. Они боролись за право войти в состав сборной муниципалитета и представлять округ на турнирах более высокого уровня. За выступлениями спортсменов наблюдала Луиза Егиазарян. Показывать свое спортивное мастерство перед большой публикой Арсению Калинину не впервой. За 3 года занятий самбо юноша неоднократно занимал первые места на турнирах. Сейчас пришла пора закрепить за собой звание одного из лучших самбистов округа. Выбрал этот спорт, потому что мне нравится борьба, и с самого детства хотела ими заняться. Сможешь постоять за себя, потому что занимаешься, и сможешь дать отпор обидчикам. Меня пригласил друг, и я попросила родителей, чтобы они меня записали. Они согласились. Родители не просто согласились, а всецело поддерживают сына в спортивном выборе. Папа Арсения – его постоянный болельщик на соревнованиях. В прошлом году тоже тут областные были соревнования, вот в полуфинал вышел. Вот, ну, проиграл, не хватило немного опыта. Ну, сейчас будем стараться выиграть. Победа в Кубке городского округа важна. По итогам соревнований сформируют ближайший резерв для сборной команды муниципалитета. Ребята показывают на ковре, чему они научились за время летних сборов. Впереди плотный соревновательный график. У нас все возрастные группы борются на разном уровне, совершенно начиная от муниципальных соревнований, заканчивая всероссийским и международным уровнем. Надежды наши на то, что люберецкие спортсмены будут выступать успешно и представлять достойно свой округ. У юных спортсменов пока это получается. На днях 2 воспитанника Федерации самбо городского округа завоевали бронзовые медали на первенстве Московской области. Для подготовки будущих чемпионов в Люберцах работает 10 отделений спортивной организации. Луиза Егиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.